Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов – это одно из приоритетных направлений в деятельности госавтоинспекции. ДТП с пешеходами отличаются высокой тяжестью, так как они самые незащищенные участники дорожного движения. В целях повышения уровня безопасности движения пешеходов, а также профилактики нарушений правил дорожного движения, в центре Аула Кашихабль 18 октября сотрудниками ГАИ было проведено специальное мероприятие под названием «Пешеходный переход». Цель данного мероприятия – это профилактика ДТП с участием пешеходов, также привитие водителям культуры поведения по отношению к пешим участникам дорожного движения. Основная задача – это выявление, пресечение нарушений и требований ПДД пешеходами и водителями. Всем участникам дорожного движения в процессе рейда были вручены листовки и светоотражающие элементы, которые очень важны для пешеходов в ночное время. Световозвращатели – это элемент безопасности, который действительно может помочь сохранить жизнь пешим участникам движения. Пожалуйста, уступайте пешеходам, смотрите, соблюдайте правила дорожного движения, пристегивайтесь, уступайте пешеходам. Счастливо, до свидания. Ваша безопасность и безопасность ваших детей находится в ваших руках.